Примерно в такую же ненастную холодную погоду январем 1994 года сошел на платформу города Липецка молодой студент Вахидов. Ему тогда было 19 лет. С собой из теплых вещей халат и чумазы, или как они, чебуреки. Какие чебуреки? На ноги, вот что, как называется? Чуреки? Так, Джурабы. Джурабы, на ногах джурабы. Знаете, какое первое слово было, которое я произнес? И вот так открывается дверь вагона. Станция Воронеж 1. Я так открыл дверь. Да, я ну столько снега. Градусов? Градусов, ну реально, минус, даже минус 12 для меня вот было уже катастрофа, ребята. Как сегодня днем. А, до сих пор не могу привыкнуть. И зимой, дорогие друзья, в общем-то, я думаю, что эстетические чувства, которые дарит автомобиль, уступают очень часто практическим качествам. Да? И сегодня на нашем тесте бывшие в употреблении автомобиль, который реально уже 10 с хреном лет в употреблении в одной семье. Ну, мужчина, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Это прекрасный мужчина в кожаной куртке, брат, представься. Николай. Николай. Сначала автомобилем Chevy Niva владел папа, правильно? Да. А ты, тебе тогда было сколько лет, когда тачку купили? 21. 21 год. Начиналось тогда все. Ну скажи, брат, много за 10 лет денег вообще на машину? Нет, возможности. Не знаю. Вообще. Я не задумывался. Кем ты сейчас работаешь? Ну как все. Ну примерно. Барыжишь? Менеджер, да. А чем торгуешь? Может быть полезен народу? Металл. А, металл. Еще не все распродали, не все. Так вот, и, соответственно, а потом оставшиеся 8 лет этой машиной владел прекрасный наш мужчина в коже. И брат до сих пор владеет. Значит, да, брат, сколько стоила тачка в далеком 2003-м? Четвертом. Четвертом. 325. А почему решила семья купить эту машину? Отец охотник. А вторая есть еще машина в семье? Сейчас есть. Какая? Pathfinder. Pathfinder, вот. Вот так. Скажи, вот, брат. Еще и третий есть. Ты не спросил, брат. А какой третий автомобиль? Pathfinder. X-Trail. X-Trail на Ниссанах. Понятно. Скажи, пожалуйста, хорошо. А вот ты пробовал на тех же самых трассах эту машину и ниссановскую? Это не идет в смысл, никакого смысла. А в чем? Кто выигрывает? Ну, Нива, она и УАЗик выиграет. Так. Вес. Вес. Легче, ну, она, да? Легче просто, да? И если это не тяжелая трасса, где требуется, да, чтобы в натяг машина шла, то этот автомобиль, ну, я думаю... Ну, вы видите, да, сегодня мы в необычном месте снимаем, собственно говоря, выпуск бывших в употреблении. В самой жопе. Да это не жопа, это на самом деле один из самых дорогих районов Москвы. Вот, мы нашли пустырь, здесь есть некое подобие внедорожной трассы для того, чтобы проверить внедорожные характеристики. Брат, скажи, пожалуйста, значит, сколько тачка прошла за это время? За эти 10 лет. 146. 146. Какие, вот смотри, когда эту машину только запускали, пока мы еще в стране были в иллюзиях, что американцы пришли помочь нам сделать хороший автомобиль. А зачем они? А на самом деле они просто украли у нас бренд Нива. Да. Нет, они все. Не только украли бренд Нива, а для них, по сути, сотрудничество с АвтоВАЗом на старте вообще присутствия Шевроле в нашей России, это был таким пинком под зад. А знаете, что они сделали? Ну, короче, Шевроле Нива, они просто заняли нишу. У меня есть крылатое выражение. Шевроле поставила нашему автопрому свой крест. Да нет, не свой крест. Крест! На самом деле у них это был единственный шанс зацепиться. Да. Но представляете, приходит компания на новый для себя рынок. И вот это сотрудничество позволило им стать одним из самых узнаваемых брендов. Более того, этот автомобиль очень долгое время удерживал пальму первенства как самый продаваемый внедорожник, по сути, в наши годы. Но, значит, я помню акт запуска этой машины, когда, помните, чуть ли не с матерком... Буш прилетал? Нет, почти в прямом эфире выкатывали машину, у нее никак не могла закрыться задняя дверь. Одна поправочка, так. Был ВАЗ. Еще. Еще ВАЗ? Еще ВАЗ. То есть потом шильдик перелепили. Да. Ага. То есть можно в стране найти эти машины без креста? Можно. Можно, да. Хорошо. Дырявые. Хорошо, брат, а какие у этой машины реально проблемы технические? Все течет, как у всех них. Течет, в смысле, все? Все. А можно ли от этого как-то защититься? Ну, если вкладываться, ставить импортные комплекты.
предыдущие. Вот она 300 с хером стоила, а сколько ты за это время не подсчитывал, в нее вбухал еще? Много. Много? Ну, много. Сейчас мы посмотрим, ребята, тачку, потому что она... Ты в долгах? Она, видите, необычная. Нет. Брат, скажи, пожалуйста, а как вот ни разу не доводилось поинтересоваться у народа, вот эта японо-русская, потому что Russian водка, да, вот эта штука, наклейки, сколько стоит примерно? Винил, да, это винил. Есть, ну, лист нарезанных по одной, около 2000. Лист. Лист такой цельный принт тоже около 2000. Хорошо. Что ты на эту машину навесил? Вот помимо заводской комплектации. Помимо антенны вот этой. Бортовой компьютер. Так. Рация, естественно, с антенной. А вот эти штуки, это все... При покупке ставилась немецкий обвес. Брат, скажи, пожалуйста, вот часто вижу, особенно за городом, да, такие антенны, это сколько, 2.5 метра она, да? Да. Что она реально дает? Зачем это? Мат дальнобойщиков послушать. Это вот именно для рации антенна, да? Это не для радио? Нет. Сколько стоит? Ты что, думал, это для радио? Комплект? Приличный. Ну, примерно. 5-6. 5-6. И... А о чем говорят дальнобойщики-то, в принципе, между собой? Матерятся. А телок соляру обсуждают? Сливают, обсуждают. А говорят, что вот... Ну-ка, расскажи. Проституток спрашивают? А ты цены слышал? Нет. Цены? Нет. Они обсуждают... Нет. Ну, а как вот они обсуждают? Говорят, как они говорят, где работают девочки? Не, а как? Девочками называют? Ну, а так, что, мол, типа, например, прикусывают на каком-то перегоне. Нет, такого не слышал. Типа, Валька, там, я не знаю, в Хлевном, вообще просто нереально все дело. Значит, ребят, самое главное для меня лично потрясение, а когда я готовился к этой программе, это то, как расшифровывается название автомобиля Нива легендарного. Украденное. Ну как украдено? Нет, вот смотрите, да, по сути, компания АвтоВАЗ передала этот бренд компании General Motors. Значит, расшифровываю для вас. Наталья, Ирина, Вадим, Андрей. Значит, Наталья и Ирина – это дети Петра Прусова. Это человек, который являлся главным конструктором Нивы классической. Первого в мире кроссовера. Так. Если кто-то говорит, что в нашей стране никто никогда не делал нормальные автомобили, плюньте этому человеку в лицо. Как Петр зовут Прусов, человека? Петр Прусов. Это погоди, его... а Петр это... Нет, а Вадим это его имя? Нет, Петра подожди. Прусова. Наталья, Ирина, это его дети. Ну... А Вадим и Андрей, это дети Владимира Соловьева. Это первый главный конструктор ВАЗа. Эти люди создали этот автомобиль. И на самом деле они совершили революцию. Если кто-то, опять же, даже если мы с Серегой... Совершим революцию? Нет, нет, будем вам говорить, что компания Audi в 80-м году создала первый серийный легковой автомобиль с постоянным полным приводом, то вы нас тоже встретите и плюньте нам в лицо. Вот, потому что первый автомобиль с серийным полным приводом был не создан вас, в Советском Союзе. И это была Нива, мать его. И в 77-м году именно первый серийный автомобиль сошел с конвейера АвтоВАЗа с полным приводом. Значит, вот он этот. Открывай автомобиль. Багажник, брат. Другой, покажи. Понятное дело. Там барахло. Ну, в Ниве багажник это маленький бардачок. Давай. Вот это стекла мыть. Ага. Это удобно? Да. Сейчас так, а и вот сейчас это что такое? Беркут. Ты в Беркуте? Компрессор. А, компрессор. Хорошо. Ну ладно. Ну, садиться туда не надо. Да, садиться. Даже если бы он был пустой, все равно было хорошо, бы неудобно. Брат, по кузову есть какие-то проблемы задействовать? Гниет? Ну, смотри, закрывается вот. Хорошо. Ага. Но вот, ты на наш... Вот, но это зад. Ну ты слушай, на какой родной для меня цвет. Ты помнишь мою 99-ю? Вот она амулет. Амулет. Открой мотор, брат. Вообще и... это редкий цвет, амулет. Брат, чем мотор отличается? Ничем не отличается. От серийной сейчас выпускаемой Нивы? Да. Верхним генератором. И все. Ты видел вот это? Подержи. Да нет, ты посмотри. Вот ну. Чего я не делаю? Чего ты не делаешь? А, ручки. Хотя, ну это ты уже сам. Брат, а зачем ты сюда заложил это опа. Самое? Канистры. Да. Место. А просто пустое место, просто пустое и место. Ты его решил использовать просто, чтобы он не задержался. Туда не бегай. А тосол надо места. Доливать постоянно? Нет. А зачем ты это делаешь? Были проблемы, как хотел бы. Так, ну это классический ВАЗовский двигатель, правильно, да? Да. Да? Какое масло ты туда льешь, брат? Лукойл. Лукойл? А какой, синтетику? Синтетику. Ну и как? Нормально. 1,7, да? Да. 8 с копейками лошадей. Слушайте, помолчи. А смотри, как тихо работает. Давай послушай. Даже, честно говоря, не верится, что это ВАЗовский мотор. Так это из-за масла так стало работать? Нет. А что? Ну, от классики-то он гидрокомпенсатор. Нет, ну это понятно. Проблемами отличается. Ну, в целом. Все сам по себе такое. Сам по себе работает. Ну, хорошо. Удивительно. Можно, а шумку? Можно нажать. Вот это уже более знакомо.
А на холостых совсем... А что это вот он нажал, дядь Серёга? Это он нажал хрень. Ага, хорошо. Ладно, ну давайте. А шумка это родная? Штатная. Штатная и шумка. И лампочка штатная. И лампочка штатная. Слушай, а... В рестайлинге лампочка. Погоди, а раз он открыл без рук, а зачем вот этот держатель? Ну она же была. Он сам это сделал, видишь? Почем вот такие штуки вот держатель? Это мы... Ну это от Нивы по 300 там или по 200 рублей что ли. На заметку концерну Nissan и для нового Кашкая. Да. Добавить ну 200 рублей. Так. Ну что, надо прокатиться, брат. Надо в салон. Да? Парни, первое впечатление в этой машине чудовищно мягко. Вот садишься и сразу как бы проваливаешься в такой как бы диван, да, комфортный. Ну, это стандартные ковши, да? Брат, так а плёточка у тебя, соответственно, сделана дополнительно. 500 кожаная. Рублей, да. Но это кожа или кожа? Кожа. Кожа? За 500 рублей? За 500! Кожа. Да. Значит, смотрите. Из дополнительного оборудования. Здесь у нас висит как раз рация, да? Да. А можешь сейчас послушать? Говорят, что-нибудь дальнобойщик. Да, попробуем. Ну-ка. А здесь колонка, да? Так, надо магнитолу включить. Давай. Хитрое включение, чтобы работало это самое. О, а на какой частоте дальнобойщики говорят? 15-е. Все? Да. О. Что-то говорят с МКАДа. Да? Ну. Ловят? Да. Ладно, выключай. А давай им тоже что-нибудь скажем. Ну скажи что-нибудь. Да ну. Потом давай. А давай спросим. Спросим чего? А как они как-то представляются? Нет. Нет? Ну у них там стандартно братишка принимаешь там что-нибудь такое. Ну, давай, братишка. Это банально как-то очень. Братишки, слышит кто-нибудь нас? Далеко мы, давай. Мы будем... Братишки! Да, все, братишки твои в Афганистане. Что-то не о, слышит! Ты чё, отвечай. Да, ну ладно, выключай, хорошо, выключай. Блин, а? Скорее выключай, а то запалит. Вообще, это, кстати говоря, подсудное дело-то иметь рацию? Нет. Разрешено легально? Да. Для нее надо какое-то особенное питание, да, выводить? Или в прикуриватель можно? Можно в прикуриватель. Хорошо. Значит, ну, Русамыч, я прошу вас обратить внимание. Так. Это вот вещи, имеющие отношение к моим лично ценностям. И к российским автомобилям. И прошу не обсирать. А я и ничего и не говорю. Это заранее. Значит, брат, зачем ты повесил себе маслогон вот этот? Какой маслогон? Смотри, видишь, нажимаешь. Это давление масла, правильно? А зачем вот это знать надо? Ну, были проблемы, думал. С движком? Да. Сколько такая мандула стоит? Это УАЗовский прибор, ну, рублей 500. 500, да? Тоже. А вот эти штуки, это ж типа... А это китайские штуки, тоже рублей 500. Знать, как тебя скринило, да? Ага. Ну, да. Так, а еще из их ухищрений что тут? Ну, есть? Понятно, магнитола, да? Ну, да, ароматизатор, в общем-то, душный. И вот эта штука. А вот это? А это подлокотник, барахолка. Отвечай на звонок. Не хочу, тут всякое. Вот, смотри, лекарства, наркотики у него есть. Брат, что такое с тобой? Погоди, это от чего? От импотенции? Угадай. Не, ну серьезно. Лолепромид. Это аналог чего? Этого. Сиалекса? Нет. Вот, ну, мы кроме Сиалекса и цитрамон, чтобы голова не болела, видишь? А что это такое, скажи? Цитрамон? Нет, а вот это аналог, господи. Виагры? Да нет, господи, это... Ну как, от сифилиса? Закрепляющее. А, ну, всякий случай в дороге. Если страшно, если страшно. Пробки, да, или если страшно. А, ну из допов, подождите, из допов. Понятное дело, супер тема, с которой мы с Серегой познакомились в Египте. DVD-плеер строим. DVD-козырек. DVD-козырек, а вот это что? Бортовой компьютер. А, бортовой компьютер. Это освещение, правильно? Да. Это камера, это антирадар. А радар стрелку ловит? Да. Точно? Ну и показывает. Подстрелку брал специально. Так, ну что? Брат, ну а какая крейсерская скорость у нее, когда вот она оптимально по дороге идет? Потому что про старую Ниву говорили, старая, да, Нива что она ходит. Такая, ну тихоходная, он так 150-то ему как-то много. Ну это много, конечно, даже для этой. Ну примерно сколько она, нормально. Серега, меньше 150 нет. Так, вот эти ручки, это ты уже, да? Ты ну, они вот из допов. Значит, удивительно. Я помню свои ощущения от классики, да, от классической Нивы, А21-21. Слушайте, ну мне комфортно на заднем диване. Более того, я практически полностью поместился, да, и вот ничто не мешает моим коленям устроиться за Серегиным водительским креслом. Вот я как-то выше даже немножко сижу, да, вот такое ощущение, да, ну ты выше сидишь просто. Да, задний диван выше. Подиума. Вот ну, это комфортно, это позволяет, ну вот знаешь так, ну типа с неким пренебрежением относиться к водителю, слышь, давай это.
такой, как этот, на лошади ты. Брат, а вот у тебя много наклеек со всяких ралли, да? Так. Со всяких этих гонок, внедорожников, да? Ну, это встреч больше. Встречи, да? А что за встречи? Я не участвую. Ты пьющий? А кто у нас в России не пьет? Есть такие, кто лечится. Да, кто лечится, тот и не пьет. Вот. Слушай, очень комфортная машина, да, с точки зрения подвески, да. Но мы пока не на самом жестком бездорожье. А можно включить режим? Какой? Сказать, подожди, ну, подожди, такой, сейчас как? Супер режим. Супер режим. Да, супер режим. Включи, пожалуйста, супер. Так, что надо делать? Мы точно знаем, куда остановиться и все. Мы точно знаем, куда мы едем, дядя Сереж. Да, ну примерно. Все, можно. Ты хоть спроси, что второй включил человек. А можно что ты со второй трогать? Пониженную и блокировку. Ага. Куда едем-то, Иваныч? Ну как? Куда? Налево. Налево и вверх. Поднимется, ты как думаешь? Должна, но то. Радиус хреноватый. Так, неровно, да, мы съехали? Ну, да, но зайти должна. По колее идти или так? Ты как хочешь. Ну нас еще много, надо это понимать. Ну не перевернемся мы, брат? Нет. А, давай ладно. Назад и на первый. На первый. На первый. Человек как будто бы всю жизнь проработал инструктором в школе экстремального вождения на оффроуд треке. Давай, давай, давай. Почему? Ты страшно? Что тебе страшно? А вдруг на бок завалимся? Давай поменяемся. Так, ну-ка, сейчас посмотрим. А профессионал за рулем? Я вообще лучше со стороны посмотрю. Хочешь, я камеру? Дай мне камеру, я сниму со стороны. Не-не-не. Прошу давай, вас, дорогой Игорь садись. Иванович. Смотрите, отлично, очень широко открываются двери, да? Ты заметил? Двери широко открыли. Не, не надо назад. Я хочу сказать, что я, если что, на помощь кого-то снаружи позову. Да. А, слушайте, какая сука, а? Можешь пересесть вперед, брат? Садись. Сейчас, подожди. Очень комфортно, кстати говоря, выходить из машины и садиться в нее. Так же, как и на переднее пассажирское место. Может не... А, да, действительно, ремень не поможет. Здесь я согласен с Серегой. Если что, чтоб... Опачки! Ну, сейчас заберем труса. Внизу он не хочет к нам. Не хочет? Идем, брат. Ну, заехали, поехали дальше, все. Короче, ребята, этот автомобиль тест на бездорожье прошел. Мне кажется, даже не имеет никакого смысла. Ну, мы проедемся еще, но в целом вы все видели сами. Да, главное, вот как не обидно... Дай ему руку, он сейчас упадет. Короче, вы поняли, главная прокладка, брат, это может, не к тебе руль? Относится. Нет, это не, узнаешь, не к тебе относится. Какая? Главная прокладка, главное не тачка, главное руки, правильно? Нет, главное, что мне больших трудов стоило вскарабкаться по этой горе, а машина залезла. А есть в машине эйрбэги, ага. Брат? Да, видишь? Уже сразу. Вот они, с батарейками. А здесь был эйрбэг? Нет. А, ну это просто штатное место под эйрбэк, да? При стайлинге, да, есть. Есть уже. Ну, чуть-чуть вот мы проедемся. Да, чуть-чуть совсем. По импровизированному бездорожью. Господи Иисусе. Да ладно, ну чего ты? Я вспомнил, как в Штатах мы были на тренажере Симпсоны, но там я был точно уверен, что мы сидим на месте и просто нагинаемся. А здесь... Не, машина очень, кстати, мягкая, комфортная, реально. Вот единственное, не хотелось бы переломать... А вот, слушайте, зачем нам Диснейленд? Зачем нам Angry Birds Park? Вот он, да. Блядь, этот район называется. А это? Раменки. В Раменках. Между улицей Лобачевского, Мичуринским, да, проспектом мы получаем. Особенно ночью, наверное, ехать туда падаешь, куда хер знает. Слушай, а брат, а чья это территория вообще? Чья? Вообще она ничья, ну как? Теоретически, здесь что? Трек здесь, наверное, этот мототрек. Заказник.
Да. Вообще да. Да, серьезно? В теории мы на территории. А-а-а. Смотри, 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 так, какая... так, Сень, показывай, показывай. Сеня, показывай вид сзади, блин. Так, а он здесь градусы покажет-то? Какие градусы, блин? Показывает какие-то. Ты бы... Я просто понять. Просто. Ну, 30. 20. 20? 20? Блядь. Чего? Какая шляпа. Слушай, не, ну главное, она едет нормально совершенно, да? Вообще нет, не вижу никаких проблем. И самое главное, комфортно, да? Согласись, что это не классический там рваный внедорожник. Да нет, тут ничего, тут ничего, да. Весной я на этой горке порвал редуктор передний. Да, ты здесь уже катался. Конечно. Блин, а? А самое страшное здесь чего? Самое страшное здесь весной, когда... Грязь. Сейчас начинает быть щекотно. На простой шоссейной резине здесь делать нечего, правильно? Брат, а какая самая лучшая внедорожная резина, вот скажи? Которую бы ты порекомендовал нашим зрителям? Пиплу. Более-менее стандартная. Другая смотровая площадь. Знаешь, такое ощущение, выходишь из тачки, а секса-то уже и не хочется. Поговорим. Да, брат, какая резина? Ну, если каждый день... Ну, Гудрич, наверное. Гудрич. А если вот чисто за город ездить, там месить чего-нибудь там? Ну вот Гудрич, да? Есть простей, попроще вариант АТ, есть грязевой. Понятно. И сколько комплект стоит вот на такую машину? У тебя какие колеса? 16-й? 15-й. 15-й. Ну, примерно. 30-й? Сейчас где-то да. 26-28. Брат, а сколько у нее расход в городе вот при условии повышенной? 14. 14? Сейчас зимой примерно. Зимой? А летом? Ну, я не знаю, я не замечаю никогда, не засекаю. Ну, то есть тебя это вообще никак не волнует. Хорошо, главные... Все равно ездить надо. Главные проблемы этого автомобиля, вообще вот этой серии Chevrolet Niva. Двигатель? Двигатель. Ну, в принципе, вазовский двигатель. Да. Но эти все проблемы решаются в любом гараже. Ну, так, по большому счету, то есть у человека нет, есть... Нет, проблемы не в плане надежности, в плане динамики. А, ну, просто вот сколько тебя... Сколько лошадей у него? 80. 80. Ребят, значит... Для внедорожья его хватает. Ну, в городе хватает, в принципе. Но не настолько, да? С трансмиссией нет никаких проблем. Текучесть. Текучесть, опять же. Ребят, значит, что хочется сказать. 80-е годы классика, ну вот классическая Нива 21-21, да, была самым продаваемым внедорожником в Новой Зеландии. Ну там 40% автомобилей, которые ставились на учет как внедорожники, это были автомобили Нива. А в Австрии 90% внедорожников, которые были поставлены на учет в 80-х, это был автомобиль Нива производства Волжского автомобильного завода. Вообще на территории Австрии. Значит, этот автомобиль, существует миф о том, что этот автомобиль стоил за границей, ну, копейки. На самом деле, смотрите, в Германии он стоил 22 тысячи марок. Это приличные деньги. С бензиновым мотором 26 тысяч марок, с дизельным. В Великобритании с правым рулем, кстати, до сих пор эти машины катаются, и существует официальный сервисный центр. Этот автомобиль стоил 9 тысяч фунтов стерлингов или 12 тысяч долларов. Вот, поэтому... в рублях в России... 10. Десятку стоит? Сейчас десятку. Смотрите, в Советском Союзе этот автомобиль стоил 9 тысяч рублей. 9 тысяч рублей, ну, стоит? Классика, классическая Нива. Сколько стоит новая Chevrolet Niva? Ну, смотри. От 420. Классическая 345 стоит. Классическая Нива. Ну, а неоклассическая? Ну, неоклассическая, тебе сказали, ну, 400. А Иваныч, ну, понятно, начинается лучшее, так сказать, самое любимое, что любит Вакидов, это крутиться по кругу в машине. Больше ничего. Я как, кстати, какой я как цирковой здесь? Медведь. 200. 200? 200. 220, 210, 330 каждому, я понял, да. Короче, парни, значит, кому надо сказать спасибо? Кому? Значит, этот человек на самом деле еще жив. Еще жив, слава богу. Петр Прусов. Если вы знаете этого человека, знаете его родственников, просто, вот, не знаю, найдите в социальных сетях, если он зарегистрирован, хотя я думаю, что нет. Ну, просто, я не знаю, давайте найдем адрес этого человека и напишем ему, вот, каждый из вас напишет по письму. Письмо, просто письмо. Кому надо сказать спасибо? Этого человека, правда, уже нет с нами. Это Косыгин, который в 70-м году, собственно говоря, и дал указание, да, на разработку внедорожника для сельской местности. И, по сути, изначально они просто хотели поднять легковую Ладу, да? Но в конце концов мы... Есть момент. Ну? Там же на армию выпускался внедорожник. А, еще на армию? Река. Река?
А он как выглядит? Вот он как прототип, он выглядит, да как корыто, крокодил. Как корыто с колесами, да, крокодил, 21-21. Ну, у него такой, это украинский видок. Не, не украинский, он больше похож на... На Виллис. На Виллис или на первые... На первые Land Rover. На первые Land Rover. Смотрите, кроссовер, Stepway. Вот кроссовер тоже. Ну? Так, ну хорошо. И самое главное это, что этот автомобиль не только стал прародителем целого класса автомобилей, таких как кроссоверы, которые являются сегодня одними из самых популярных автомобилей на рынке. Ну. Этот автомобиль был еще же и первым автомобилем, внедорожником, да, кроссовером, с независимой подвеской передней. Потому что те же Land Rover, УАЗ-469, это все были автомобили... Коля, ну, на жесткой подвеске. Посмотри, 8 лет у тебя машина, да? Так вот, в среднем, по ощущениям, какой-то гимор случался раз в сколько месяцев? Ну, примерно вот так вот, по ощущениям. Ну, в год. Раз в год гимор, да? Гимор совсем, а так по мелочам. Ну, наш... А вот это что за... А, это магнитола так выключается. Ну, брат, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое, Коль, удачи на дорогах. Так, подожди, давай включим еще раз магнитолу. Не магнитолу, а рацию. Фу, ты точно. Хочешь покричать? Не, ну просто скажем парням. Так, я, значит, пацаны, я не участвовал в этом левом базаре. Братишки! Не участвовал. Братишки, короче, мы вас любим, это большой тест-драйв. Нас не услышали. Короче, нас... Я так думаю. Где-то так, в общем. Короче, это был большой тест-драйв бывшего употребления. Ребят, если хотите стать главным героем нашего выпуска, как и Николай, пишите pr@betadrive.ru. И не забывайте, что совсем скоро мы отправляемся в большое путешествие с Матюль по всей стране. Мы будем на первом этапе в Самаре, в Нижнем Новгороде, в Казани, в Уфе, в Челябинске и в Екатеринбурге. Совсем скоро уже, в апреле-мае. Коль, спасибо тебе большое. Пожалуйста, обращайтесь. Все, это был автомобиль Chevrolet Niva. А, стой! Вот я лох-то, а. Да? Далеко не укатится.